Лиза, смотри сюда, похоже я на эту статую. О, кстати, привет, друзья, меня зовут Лавиния, и сегодня мы играем в игру 12 замков. И, короче, тут у нас пластилиновые чудики. Интересно, а где ее голова? Мне тоже интересно. А мне интересно узнать, кто запирает все эти двери. Мне тоже интересно, кто же это? Это точно не моих рук дело. Точно? Ну ладно. Ну что, погнали. Ага, побежали. Это что у нас? Головоломочки, картиночка. Надо найти тут. Вот тут одно отличие дальше. Что еще за отличие? Вот. Ты что тут без ботиночка? Вот еще ботиночек тебе нужен. Я не поняла, почему окна вниз. Дальше смотрим, что у нас еще тут за отличие. Вот тут облако отличия. Папа как стоит дальше. Тут еще один кирпичик. Смотрим, что еще. Тут должен быть кустик. Дальше, короче, пуговки все на месте. Что же еще не так? Вот тут третья такая штуковинка. Вот это должна быть в другом месте расположена. Дальше, что еще тут у нас различается? Одно отличие, ребята, представляете? Вот это мы с вами умнички. И вот еще одно отличие. Отлично! Фиолетовый ключик. Дальше, это что за меч? Меч, короче, мы взяли. О, вот голова, давайте вернем головку. 6381, понятненько. И все, за это ничего не дадут. Ну ладно, код 6381. Погнали его запишем. Вот, 6381, пуск, отлично. Берем фиолетовый ключик, ага, сюда, ух ты, прикольно. Значит, ищем вот мечик, вот такая вот рожица. Дальше, где у нас такая штуковина? Вот камушек, дальше цветочек, облачко. Дальше, здесь у нас щит, здесь у нас, в общем, конь. Дальше еще конь, теперь травинка, теперь, короче... Грива лошади. Отлично, ура! Какой-то ключик интересный, прикольный. Желто-красный. Отлично, открываем. Дальше, погнали. Какие тут отличия? Она тут закрыта. Вот там должна быть. Глаз куда-то непонятно куда смотрит. Дальше, что у нас еще? Папа, с папой все нормально. Челка у Лизы нормально. Вот тут штука должна быть одна. Дальше, у котика другие глазки. Ротик, вот, убираем язычок. Язычок надо убрать. Вот, еще тут, оказывается, у нас была такая штучка на носике. Дальше, вот, еще осталось три отличия. Ключик должен быть. Эта штука должна быть фиолетовая. Дальше смотрим, что у нас происходит дальше. Мне кажется, что-то с котом, ребята. И еще ремень папы. Отлично. Получаем ключик вот такой вот. Вот это да, ребята, вот это силач. Короче, тут ключика не должно быть. Дальше вот тут открыто. Ого, как тут много вещей. Дальше здесь у нас должна быть такая штучка-дрючка. Тут у нас обычный кружочек, не ключик. Здесь у нас у него такая, короче, такая рожица. Дальше у него не улыбка, вот такое вот лицо. Смотрим, что дальше. Вот это надо убрать. Дальше вот это надо убрать тоже. Угу, пояс. Короче, ремешок. Дальше смотрим. И тут еще одна штучка-дрючка. Отлично, получаем синий ключик. Тут у нас Лизочка, ребята. Вот, смотрим. Просто картина. С ней ничего не сделаешь. Смотрим, что тут не так. Ладно, смотрим, что тут за отличие. Тут у нас червячок, дальше тут грибок. Смотрим, тут у нас такая штучка. Должна быть, в общем, такой вот кружочек у платьицы Лизы. Тут травинка. Тут камешек должен быть оранжевый. Дальше тут должен быть вот такой бежевенький какой-нибудь, ребята, персиковый камушек. Дальше все травинки на месте. Грибочки на месте. Дальше смотрим, ищем дальше. А, вот тут вот травинка одна не на месте, осталось еще три отличия. Вот тут, ребята, короче, ага, отлично. Четырехлистный, ребята, вау, нам повезло, ура! Дальше ищем, что у нас здесь еще такое интересненькое есть. Вот тут травинка такая же, тут такой же, все такое же. Смотрим на рожицу, ребята. Ага, вот тут должны быть пуговки. Дальше ищем. Короче, что-то с лицом Лизы не так. Нет, я не говорю, что тут есть отличие. Мне кажется, что у Лизы что-то с лицом не так. Глаза косы. У папы глаза какие-то сверху.
Ну, дальше смотрим. Вот, колено папы, отлично, хорошечно. Получаем желтый ключик. А с тобой что делать? А, ему надо было меч дать, круто. Дальше, вот здесь, короче, она тут ключ держит. Дальше тут у нее такая прическа. Он с такой штукой, вот еще на его копье. Дальше здесь такая штука у травинки. Тут должно быть еще одно окно. Тут одна такая щелечка должна быть. Тут камушек должен быть. Тут еще такая вот розовая штучка должна быть. Ага, еще три отличия. Вот где-то здесь должно быть отличие. Вот тут вроде что-то отличается как-то. Ага, правильно. Дальше смотрим. Лиска, лиска, все нормально. Вот тут должен быть такой вот выступ, ребята. Дальше тут должна быть у нас, короче, птичка. Получаем зеленый ключик. Это что такое? Интересно. Ага, мы должны собрать типа все зеленые сюда. Круто. Слушайте, мне нравится это задание. Ладно. А, желтые должны быть остаться там. Хорошо, красный сюда. Вот сюда все красные. Вот синий сюда. Красный сюда. Вот сюда синий. Сюда уже такие вот розовые персиковые. Отлично, все правильно. Получаем оранжевый ключ дальше. Тут у нас кошарик. У него не должно быть зубов. Дальше глазище, глазище у него круглые. Дальше тут у нас должен быть голубой шарик. У папуха почему-то нету, странно. Короче, пуговка, дальше еще одна. Полосочки, вот тут полосочки не хватает. И тут вроде не хватает. Вот, отлично. Дальше с котом все нормально. С котом все нормально. Дальше. Тут у нас не должно быть такой штучки-дрючки. Ищем, что у нас одно отличие еще есть. Смотрим на папу. Папа как сидит, так и сидит. Шарик на месте. Палки все, которые тут... А, вот тут, короче, у кота есть такая, в общем, мордочка. Ну, не мордочка, такая шерстинка внизу. Дальше, тут мы уже забрали. Вот это, погнали, ребята, сейчас сделаем, наделаем. Не пойми что, ладно, шучу. Сейчас мы будем стараться. Сейчас у нас получится шедевр, по логике она должна стоять вот так. Во, я правильно поставила, вот так картина. Дальше папу мы вот так ставим, вот так, отлично, все просто чики-пуки. Дальше ставим штукенцы, вот я отлично поставила, вот таким вот образом. Так, и еще вот сюда, отличненько, ставим сюда. О, ребята, это что, огурчик такой? Дальше, отлично, баночка. Смотрим, что у нас здесь, клубничка, обожаю клубнику. Вот тут все было чики-пуки. Дальше давайте ставить цветочки. Цветочек, цветочек. Кошара, еще кошара. Теперь прическа Лизы. Отлично, у нас получилось. Это получается, мы выполнили все задания. Давайте это все откроем. Мы откроем дверь, ура! Желтый, дальше серый, оранжевый. Мы последний ключ не нашли. Давайте посмотрим, какое задание мы еще не выполнили. Ага, задание с Лизой. А, надо было картину покрутить, ребята. Как ее надо было крутить? Понятно, понятно, все. Что с картиной не так? Дальше. Интересно, интересное задание. А, ее можно крутить. Вот, ее надо было раскрутить. Отлично. Ключик у меня есть. Теперь открываем последнюю дверь. Отлично. Открываем. Ух ты, там следующая комната. Ура, дверь открыта. Лиза, пойдем скорее дальше. Я нашел тут что-то интересненькое. Ну что, ребятушки, если вам понравилось это видео, ставьте лайкусик, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ну, ребята, всем пока-пока. До новых встреч, друзья. Уи!